Хакасии вновь оттепель. В ближайшие дни столбики термометров поднимутся до плюс 3. При этом ожидается снег в горах сильный. Ветер 5-10 метров в секунду. В выходные и ночью совсем не холодно. Всего около минус 5 градусов. На дорогах сильная гололедица. Синоптики говорят, что для конца февраля такие значения вполне обычные.